Хей, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Assassin's Creed Хронология. Это у нас Индия. Так, это у нас улучшение от прошлой, так сказать, миссии. Как я понимаю, мы в Вьетнам отправляемся. Герат, здесь есть еще один храм. Афганцы явно недовольны тем, что в цитадели хозяйничают британцы. Их же всех поодиночке перебьют. Хотя, надо понять, что делать с башнями и открыть ворота. Война — неплохой способ отвлечь внимание. Это да. Тайный союзник. 1741 год. Афганистан. Цитадель Герата. После того, как обитель Предтечь под зданием, где располагается база тамплиеров, перестала существовать, Слиман повел армию в Афганистан, на замок в Герате. Местные жители решили дать отпор чужакам. Прибыв в Афганистан, Арбас увидел, что сражение в разгаре, а тамплиеры, вероятно, всего победят. Чтобы помочь местным жителям и добиться собственной цели, ассасин устраивает ряд диверсий в замке, ослабив позицию неприятеля. Более стойкий дым у нас есть тут, нихера себе. Ну, дополнительные, понятно, бомбы, шумовые. Вот бомбы — это хорошая вещь. Дымовухи мы почти не используем. Так, давайте, что у нас тут вообще? Три ящика будет. Хорошо. Так, места. Цитадель Герат. Цитадель Герат, которая иногда называют цитаделем Александра Македонского, расположена в самом центре Герата в Афганистане. Она была основана примерно в 330 году до нашей эры, когда в эти земли прибыли последователи-завоеватели. Прославленный завоеватель. В течение следующих 2000 лет крепость оставалась основным военным укреплением в регионе. В конструкции использовалось много геометрических фигур, и верхняя часть цитадели представляет собой прямоугольную территорию, огороженную 30 башнями, которую соединяет стенами из обожженного кирпича. Нижняя часть окружает более низкая стена из кирпичей и 9 башен. В лучах заходящего солнца цитадель кажется огромным сооружением из песка. В середине 20 века она серьезно пострадала, но вскоре различные благотворительные и коммерческие организации активно занялись ее восстановлением. Процесс завершился в 2011 году. Понятненько. Ну что, полетели. Афганистан, как... Плевать на потери. Сейчас главное сдержать афганцев. Самое сейчас было обидно то, что я не хотел вылазить. Я хотел просто передвинуться на пробеле, но... Сказал нет. Не бесит то, что я должен его как-то отвлекать. А что я должен найти? Подожди. Найти секретное послание. Когда он отвернется? Что это было? Так вот опять он вылез. Ну какого черта он вылез? Я не хотел вылазить. Боже, как он бесит. Нахера так делать? Нахера вылазить? Я просто хотел... А? Вот опять! Я shift нажал! Он должен просто быстро передвигаться. Какого черта? Он вылазит и бежит. А,
Я думал, из-за пробела это была проблема, а оказывается, нихера. Ага. То есть даже так, да? Окей, пробуем свисток и проползти. Если нет, тогда... Что это было? Да, работает так. Тогда все нормально. Ну это мы еще давно с вами научились спрыгнуть, захватиться. Лейтенант более опытен. Лейтенант Ост-Индийской компании. Лейтенант вооруженных сил Ост-Индийской компании прекрасно обучены и используют превосходное оружие, легкие рапиры и многозарядные револьверы. С легкостью блокируют обычные атаки спереди, после чего наносят контрудар. Ну, в спину их убить можно, поэтому нормально. Ты! Взять его! Сюда! Давайте я лучше сам убьюсь. В смысле, сюда залезть можно было? Нифига себе. Лучше беги! Кто это? Я понял. Я мог бы вообще его не трогать по факту. Но я должен был это сделать. Кто здесь? Ассасин! Вон там! На помощь! Ладно, убивайте. Только как они... А, я понял. Сразу видно, у кого меткость хорошая. И тот, который был ближе ко мне, вообще не попал. Два раза впритык. А, я просрал, да, момент. А, не хочу просто ничего им делать. Оп. Хоп. Тихо, 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 как у меня он еще не заметил. Ты! Стоять! Ассасин! Значит, когда я зашел. Значит, когда я залез, и он меня даже заметил, тревогу не поднял. Однако, когда я решил такой, ладно, отойду, лучше спрячусь, он решил такой чисто посмотреть, где я. И гениально. От этой локации мне немножко... А ну, назовись! Но он сюда не посмотрит, так ведь? Там! Сюда! Один точно выстрел в голову, и я мертв. Ладно, что можно придумать? И я мог просто бы их по-тихому поубивать всех, да и все.
все. О, так это главный начальник был. Тогда ясно. Не останавливаемся! Герат. Герат третий по величине город в Афганистане после Кабула и Кандарага. Когда Александр Великий завоевал эту землю, он переименовал ее, назвав Александрия Ариана в свою честь. Через город проходил великий шелковый путь. Шелковый путь. Рядом течет река Герируды. История города называют еще в 6 веке до нашей эры, во время державы Ахемендинов, но только при Александре Герат приобрел известность за пределами региона. Блять, я сейчас просто один глаз закрыл, и мне неудобно нахуй читать. Спадки уже надо идти. Короче, чуваков трогать не буду. Ой, стоп, а я забыл, Прям первая англо-афганская война. Война развивал генерал Гиберто Индии, первый граф Оклиант Джордж Иден. С 1839 по 1842 год между силами британской и австро-индийской компании и Афганистана велись жестокие бои. Надежды на скорое завершение войны не оправдались. Британцам удалось одержать верх только ценой огромных потерь. Одна из битв приходила на территории Герат. Ага, людишки. Джордж Иден. Джордж Иден, первый граф Окленд. 1784-1849 год. Видный британский политик и колониальный администратор. Он трижды становился первым лордом адмиралтейства и занимал должность генерал-губернатора Индии. С 1836 года по 1842 год он неплохо справлялся со своей задачей на этом посту. Максимально использовал ресурсы Индии для расширения торгового влияния, но в определенный момент обстоятельства вынудил его начать войну с Афганистаном. Это решение обернулось для Идела настоящей катастрофой. Его освободили от должности и приказали вернуться в Англию. Так, подожди. А я вот... почта. Три почты. Я там что-то просто пробегал. Я нихера там не упускаю. Это сейчас будет. Так, вот один ящик. Если взорвать тайник с оружием, башню на куски разнесет. Надо поискать ключ у стражников. Окей. Так, мне еще послание искать. Я вообще уже забыл про все. Я просто бежал к своей цели, так сказать. Так, чувак, когда ты пойдешь сюда, мне интересно. Стой! Нарушитель! Сука. Для которых хотел просто подогнуть ноги. Ладно, ждем, пока он проходит. А хотя на трупы ж не обращать. На трупы ж не обращать внимания. Стоп, тут проход есть? Он сюда сможет залезть? Нет, не сможет. Так, сундук находится через окно.
Где они? Ты! Сюда! Сюда! Как я это сделал? У меня просто какой-то эффект срабатывает. Я просто бам-бам ногой. Сюда! Ой, тихо, ладно, тихо. Сорян, сорян, извиняюсь. Сюда! Я не хотел. Подожди, а что тогда был? Я мог и через верх пойти, сука. Ладно. Видите, у меня какой-то эффект срабатывает, то что я просто их ногами пинаю, да и все, они сдыхают. Лучше беги. Готово. А не, восьмой свиток. Той же ночью во дворце Армистара Арбасу увидел принцессу Пьяру Каур, внучку Раджита Сингха, которая сразу же стала предметом его мечтаний. Заметив, как Махараджа передавал Кахинур Басти, ассасин велел Рази последовать за ним, а сам решил воспользоваться моментом, чтобы поухаживать за принцессой. Пьяра была очарована таинственной юношей, однако старалась не выдавать своих чувств. В саду, окружавший дворец, Арбас подарил ей редкий цветок и сумел поцеловать прекрасную девушку, прежде чем продолжил выполнять задание вместе с Аразой. Ясно, понятно. Так, ну ладно, тревогу мы уже подняли, поэтому ничего не страшно. ХП у нас восстановилось. Кто это? Туда! Тихо, тихо. Нихера себе он там пулять начал. Так же сдохнуть можно. Что ты делаешь, подлюка? В следующий раз тебе не жить. Ухухо, напугали. А, ключей нету. Надо быть начеку. Вам недалеко. Проклятие, ассасин. Нужно выкурить его оттуда, пока не поздно. Их голыми руками не возьмешь. Они свое дело знают. Уже несколько веков умудряются ускользать. Бля. Веков? Я слышал о них в Китае. Их чуть было не истребили ли. Это что? Подожди, как это забрать? Пока они держатся подальше, мне плевать на них. Так, может я должен был тут так, да, исследовать? Так, я теперь... Ага. История Илтании. Этот свиток написан на древнем языке, но Арбас мог его расшифровать. Я знаю, что он в Герате, но где именно? Мои источники сообщают, что он в цитадели, но ее стены высоки, а внутри... Помощи ждать не от кого. Я должен тенью прокинуть внутрь и разыскать его. Значит, мы еще не пропустили нихера. Это хорошо. Вот так. Это меня радует. Хе-хе-хе. Ой, мы еще не покинули башню. Давай, быстрее, 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 ты че? Адиос. Так, первое послание мы нашли. Надо бы поосторожней, а то меня уже ищут. Блять, ну я же...
Убей, пожалуйста. Может, давайте я по-быстрому снова начну? Ну, бля... Я... Беленький этот пропустил. Короче, ждите. Я сейчас попробую, что получится. Так, все, я сюда пришел. Б. В смысле, блядь? В смысле, блядь? Где скрытое послание, блядь? Вы издеваетесь? Я думал, здесь скрытое послание будет. Алло. Ладно. Найс, скрытое послание. Ну... Короче, забейте. Надо бы поосторожней, а то меня уже ищут. А, то есть уже желтое, да? Постоянно будет. Окей. Сразу следующее у нас на этаже третьем. Если погасить лампы, меня не заметят. С помощью шварма. Можно с помощью одной уничтожить две. Ясно. Нифига, теперь я как настоящий ниндзя. Типа у них нет предметов. Ладно, не буду использовать, сохраню одну херету. Ты! Стоять! Сука, ну за что? Сюда! Вот что это срабатывает? Все, я понял. Квадратики каждый раз, когда меня ударяют, у меня срабатывает этот эффект. То, что я альт нажимаю и атаку. Все, я понял. Буду знать. Буду знать. Это свиток написан на древнем языке, но Арбас смог его расшифровать. Моя цель хорошо защищена. Не думаю, что смогу одолеть его силой. Не думаю, что его смогу одолеть силой. Но я в цитадели, я уже близко, и возможно, что скоро посох Александра будет моим. Так, чуваки ищут посох. Так, подожди, сундуки тут же есть? Да, есть сундуки. Где сундук? Так, наверху записка. Сундук здесь внизу. Похуй, ладно.
Кто это? Ассасин! Сюда! Сюда! Давай хоть себя постреляй. Сюда! Так, ладно, спешить не буду, хотя посрать. Мы следим за тобой. Последил? Адиос. Амигос. Да, я понял. Ух, чуть не заметили. Не, могу типа фонарь потушить? Мне не впад. А у меня снарядов не хватит. Ага. Нихуя себе. Блин, почему я их не могу убить? Кто это? О, тихо. Короче, он сейчас по-любому... Сюда! Заебись, хороший чел. А, ненавижу. Короче, один смотрит вниз, другой вверх. В другом моменте я просто пробегаю. Сейчас они вдвоем смотрят вниз. Смотришь вниз, я сказал, чел. А ну назовись! Ассасин! Там закрыто было, откуда мне знать? Откуда мне было знать, что там закрыто? Пиздец. Так, значит, мне нужно ключ найти. Мне нужны дохера дымовых. Либо мне, в принципе, нихера не надо было. Бейте! Он там! Там. А, стоп. Где ключ? Взять его. Сейчас просто немного сложно из-за того, что почему я больших не могу убивать, блядь. Какая причина? Где мне у Випански этот ключ искать? А, стоп, может я должен был просто взломать? Давайте попробуем. Нахер мне того атаковать? А, тогда нормально. Похоже, верю. Александр Коварин, он знает, что я здесь. Мне придется покинуть Герат. Но перемена планов мне только на пользу. Я узнаю больше о ядрах, если смогу встретиться с православным ахимединским алхимиком, пока греки не лишили его жизни. Греки. Стоять! Ассасин! Атакую. А, все, это из-за меня она сработала, все, я понял. Сундук где?
Сундук, сука, где? Сундук ниже. В другой зоне. Адиос. Чем? Где, блядь, оружие мое? А что дальше я должен был делать? А, перепрыгнуть. Окей. Допустим. Там сундук был. Я сундук, получается, потерял. О, сундук. Все враги находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Готово. Похуй, главный свиток. Как и Раза, Абзар обнаружил вход в пещеры, образующий развернутую сеть подземных ходов, и нашел внутри настоящее хранилище сокровищ, чего там только не было, даже копия алмаза Кахионуар. Впрочем, Арба сумел распознать подделку. Ассасин обнаружил храм первой цивилизации, который располагался под зданием дворца. Там Раза и нашел настоящий алмаз. Абзар считал, что задание прошло успешно, но за ассасинами следовал Коттон. То, что я умер, это было специально. Для того, чтобы я сейчас появился, как они уже все готовы носить, чисто пулять. Вот тут так делаем. Он сейчас повернется, пойдет обратно. Дымовые шашки я не собираюсь тратить зря. Все, он пошел. Значит, мы берем разбег, прыгаем. Ништяк. Так, здесь у нас ничего. Сундук на той стороне. Неплохо. А эти пушки мне пригодятся. Индийская 9-муфтовая пушка. Это оружие изготовили в Касипоре, в литейных принадлежностях Ост-Индийской компании. По приказу графа Окленда их поставили Ранджиту Сингху, чтобы поддерживать его планы по нападению на афганцев. После гибели Махараджи пушки стали использоваться на всей территории Индии. Во время Первой англо-сикхской войны от этого оружия погибло немало англичан. Стоп, а могу я сразу двери ёбнуть? Жаль. Так, если мне предлагают этого убить, я убью его сразу. А, ну так я под этим буду. А? Здесь! Тревога! Сюда! Плохо. То есть одна шкала вот это значит один... Ну, одного могу убить. Как я понял. Сюда! Бейте тревогу! В пизду. Я нормально все сделал. Я открыл врата. В подкате хотел убить, но я забыл, что теперь здесь не только левое и правое, а только нужно левой, да, кнопкой. Сука.
Как у меня бесят вот эти тайминги тупые. Раз, два. Сюда! Бейте тревогу! Ой, бля, ладно. Второй вариант, как это все сделать. Через верх. Давайте просто все выполним через верх. И все. Так, этот чувак смотрит. Раз, два, три. Все, посрать. Да куда он идет? И просто бежим. Плевать, бежим. Фу, плевать. Все. Нужно отбросить афганцев! Замок им не достанется! Так точно! Даже близко не подпустим! Ай, бля... Сюда! Подкрепление! Ой, а, так подожди, это жесткий который. Ничего себе. Ухо-хо. Афганцев! Замок им не достанется! Так точно! Даже близко не подпустим! А? На помощь! На помощь! Подкрепление! Просто... А что мне мешает убить сейчас и быстро просто прочесть надпись? Бросить афганцев! Замок им не достанется! Так точно! Даже близко не подпустим! Вот и все. Испытание Илтани. Мое путешествие в державу Ахемендинов было очень тяжелым и полной опасности, безусловно. Я был готов ко всему, и теперь я наконец в Вавилоне. Нужно разыскать алхимика и продолжить мой путь. Если он вниз не посмотрит, будет хорошо. Это хорошо, то, что он не посмотрел вниз. Думаешь, что-то ассасин не рискнет опять к нам сунуться? Дружи с головой не сунется. Его же все ищут. Если появится, живым точно не уйдет. Как он вообще проник внутрь? Так, мне нужно сейчас... Караульные наверняка куда-то ушли, так что лучше нам оставаться на месте. Не люблю сидеть без дела. Я бы сам пошел искать этого проныру. Да пожалуйста, только я остаюсь. Здесь мне как-то спокойнее. Сюда! Там! Да, сука! Ну какого? Почему у него такой обзор туда? Мне нужно было так сделать, чтобы тот меня не заметил. Хотя давайте попробуем. Надо бросить афганцев! Замок им не достанется! Так точно! Даже близко не подпустим! На помощь! Кто? Кто меня заметил? Тогда ж не заметили. Нужно отбросить афганцев. Замок им не достанется. Так точно. Даже близко не подпустим. На помощь! Да как он меня замечает? Т-
тогда ж не замечали. В чем проблема? Отбросить афганцев! Замок им не достанется! Так точно! Даже близко не подпустим! Ладно. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Охуенно. Пальчик вверх. Но зато я теперь понял дистанцию. Вначале, чтобы меня вообще не заметили. Отбросить афганцев! Замок им не достанется! Так точно! Даже близко не подпустим! Ну теперь отлично. Полетели. Так, 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 так. Ладно, похер. Блин. Что, не ожидали? Подожди, а смысл найдите скрытые послания 3 из 5? Я ж уже нашел 4. А, у меня тут не добавилось. Сука. Сюда! Ой. Сюда, на помощь! Ладно, плевать. Плевать. Главное то, что мы прошли. Если нам какой-то там бонус не дадут, посрать. Посрать на бонус. Надо разделаться со стражей, пока подкрепление не подоспело. А нифига, их надо убить, слышь. Там! Ладно. И так сойдет. Все, нет его. Это они могут. Просто растворяются в ночи. Теперь точно усилят патрули. Придется часами в карауле стоять. Там! Ага. А, это ж наш друг, который неубиваемый. Точно, 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 точно. Забыл. Ох, дурни башка я. Что это? Руками не возьмешь. Они свое тело знают. Уже несколько веков пытаются ускользать. Веков? Ага. Огонь! Про рассказывают. Их чут. А. Ага. Ага. Понял. Круто. Откуда мне нужно было знать? Что это? Руками не возьмешь. Они свое дело знают. Ага. Про них такое рассказывают. Их чуть было не истребили в Китае. Лет 200 назад. Но они опять Как я этого убил? Как я второго убил? Сюда-сюда, пускай они туда идут. Лучше беги! Лучше беги! Что это было? Сюда! Сюда! Да умри ты! Сюда!
Сюда! Куда? Туда, сюда, сюда, туда, сюда. Туда, сюда, туда, сюда, сюда, туда, сюда. Там! Сюда! А, подожди, этого я просто так не убил. Хотите сказать? Втихую. Любил. Быстрее. 3 секунды, и мы атакуем их всех. Мы следим за тобой. Ага. Все. Все отлично. Есть. Вот, все отлично. Стоять. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Успеваем. База Нимуса. Документики. Свиток 11. Когда Абзар снова проник во дворец, он был схвачен людьми Синхав под руководством Котана и Макнагина. Макнагин. Макнагец. Притворившись, что признает поражение, ассасин спрятал алмаз в тюрбан Разы и сдался тамплиерам, передав им подделку. Найденную в сокровищнице, узнав о краже, Пьера Каур пришел в недоумение. Когда Раза принес ей настоящий кахинур, принцесса заинтересовалась намерениями таинственного Арбаза Мира и решила навести его в темнице. История Илтания. Я встретился с алхимиком, и он поделился со мной секретом своего яда. Хоть это действовало не так быстро, как я рассчитывал, он неизменно губителен. Какая ирония, Александр примет смерть от яда тех, над кем он одерживал победу в битве. Он примет. Но он не здесь. Он уже далеко. Совсем скоро я завершу свое дело. На случай, если я погибну раньше, чем смогу передать это знание братьям и сестрам, оставляю рецепт яда. Да послужит он на благо братству. Открываем, открываем, успеваем. Собрал я все, у меня аж в библиотеке все записи. Ой. Что-то я новенько нашел, а мне вообще даже лучше никаких не дали. Это отвлечет англичан на какое-то время. Теперь надо найти Слимана и сокровище, что таит это место. Все, что... Ладно, давайте на этом с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.